впечатляет. Вот такой вот кого вырубишь, и все камень будет. Да? Покопали сверху, потом расширили. Ну что, маленькие, там еще глубже есть дальше. Кошмар. Вот так вот. Чем долбили? Часть порохом, часть в основном вручную, конечно. Лом, клин. Лом, клин. Я дедовскую нашел эту, я ее в музей отдал, клипет. Обушок дедовский, кованый. Горячая ковка. Она, значит, видимо, сначала развертка делалась, это, куда вставлять палку, а потом ее, значит, обжимали, и потом соединяли, и горячей ковкой ее соединяли две половины. Металл такой хороший, прямо в копии, видать, товарищ оставил еще на память. У меня стихотворение даже есть об этих копиях, обо всем. Скоро книга стихов выйдет. Ну что, на очередь записываемся? Ну вот. Талантливый человек, во всем талантлив. А вот это тоже копь. Вот это все копий. Да, а это отвал из этих копей. А тут окуни ходят хорошие в ямке. Тут со спиннингом можно пройти? А что нет, тут чистый водоем. Вроде народа немного для выходного дня. Выходные никого, летом эти отдыхающие купаются. Там очень красивая площадка есть. И там отдыхающие. Музыка, балдеж, водка, это вино. Под водопадом-то там, да? Нет, на нашей стороне. На нашей стороне. На водопаде там вообще куча народа.